Горонян, тоже, к сожалению, печальная потеря, но это сейчас очень трепетная тема. И я бы хотела, чтобы мысли об этом человеке, память об этом человеке сохранилась в душе. К сожалению, такие люди уходят. Хотелось бы, чтобы на их место приходили новые, одаренные, талантливые, преданные люди искусству и высокому отношению к искусству. Начало второго отделения станет произведение, которое музыканты выбрали, понятно, в джазовых тонах, но это будет баллада Майка Стерна, которая называется «Common Ground». И в свободном переводе на сегодняшний день тема очень актуальна. Тема, которая предлагает все-таки человечеству задуматься о нам с вами в драматичной очень ситуации, политической, экономической, в нашей стране, с нашим соседом, достигнуть взаимопонимания, терпения. И воплощая то, что в человеке заложено, и доброта, и надежда на лучшее, прежде всего, попытка понять друг друга, услышать друг друга, эта тема откроет второе отделение. Прозвучат еще две композиции. Одна из них авторская Алексея Петухова, а вторая смешная из мультика «Ловушка для кошек». Надеюсь, что вы ее узнаете, те, кто смотрит с детьми мультфильмы. И это энергетическое послание вам пойдет от квинтета. Все музыканты представляют вам цвет одесского джаза уже среднего поколения. Это музыканты, которые получили джазовое образование, которые прекрасно ориентируются в разных стилях. Все они финалисты конкурса «Мастер Джем Фест», а за клавишными первый лауреат фестиваля «Мастер Джем Фест». Алексей Петухов за клавишными. Удивительный бас, вот такой лаконичный, сокращенный, Валерий Бурымченко. За барабанами Валерий Неговора. И два замечательных солиста, трубач Мирослав Пятников и саксофонист Андрей Мишаков. Второе отделение. Thank you.
Спасибо, друзья. Спасибо. Сегодняшний концерт обладает для, ну, как говорится, непосвященных, но желающих получить широкое и глубокое джазовое образование, будет очень полезен тем, что первым отделением вы насытились джазовой сюите и в составе акустического трио, ну, полуакустического, если не считать клавишных. Сейчас целиком электронный состав, аккомпанирующий, и два акустических солиста. Вы слышали квинтет, сейчас был квартет. Жанры самые разнообразные. Даже вот, вот начало второго отделения стала лирическая баллада. Сейчас прозвучала боссанова. Вас ожидает произведение, которое было специально написано для солистки. И вам сейчас представится возможность послушать дуэт. Алексей Петухов представляет сейчас свое авторское произведение для виолончели. Звучало оно с роялем, сегодня с клавишными. Я с удовольствием представляю Екатерину Сербину, вдохновленную и вдохновившую, вдохновленную джазом, вдохновившую Алексея Петухова на создание этого произведения. И знакомимся с жанром элегии.
Спасибо, друзья. Такая музыка действительно музыка отдохновения. Сейчас снова перестроимся в джазовый квинтет. И вы познакомитесь с композицией, которую Алексей Петухов написал несколькими годами ранее. Она называется «My Old Pop Song», «Моя старая попсовая песня». И вновь на сцене полный состав. Валерий Бурюмченко – бас, Валерий Неговора – барабаны и два замечательных солиста – Андрей Мишаков и Мирослав Пятников.
Thank you.
назывался «У белой скалы клёв будет». Учитывая летнюю тему, это был сюрприз. Я еще раз представляю музыкантов. Валерий Бурымченко – бас. Валерий Никогора – барабаны. Мирослав Пятников – труба. Андрей Мишаков – саксофон. Екатерина Сергина – виолончель. Я – Елена Шевченко. В первом отделении в программе принимал участие Максим Кондратьев, акустический вокалист. Дорогие друзья, я думаю, что у вас есть возможность, спасибо, поблагодарить организатора этого концерта, очередного заседания мастер-джем-клуба Михаила Фредлина. Михаил Павлович, на сцену, пожалуйста. Сюда не для того, чтобы меня благодарили, а я как раз хотел поблагодарить вот, наших музыкантов. Еще раз мы им поаплодируем. И Леночку, леди джаз Одессы, Лену Шевченко. Поблагодарить находящихся здесь аксакалов джаза Николая Ильича Голощапова, Анатолия Галутика. Здесь находящихся, ну, вас, дорогие друзья, которые сегодня пришли на концерт, и все одесское джазовое сообщество. Ну, еще два слова скажу. Хочу сказать, что спасибо вам еще за то, что вы дали возможность музыкантам получить удовольствие от того, что они доставили удовольствие вам. Не только от музыки. Вот. И заключить я хотел бы словами, перефразировав, может быть, немного, словами наших замечательных соотечественников, что давайте крепко ударим джазом по безнадежью и разгильдяйству. Вот. Ну, спасибо. Спасибо, друзья. У нас наступает второй перерыв до следующего концерта. И большая просьба, как обычно, во-первых, включить все свои телефоны, а кто снимал, выложить в социальных сетях, что вам понравилось, на нашу общую память. Спасибо.